Поступок пенсионерки не иначе, как героическим, не назовешь. Мы решили узнать у саратовцев, готовы ли они приютить у себя дома бездомное животное. У меня много животных. Нет. Я готов. Меня мама выгонит. Нет, у меня свое есть. Собаку взял бы, кошку нет. Да, смотри кого, кошку бы взял. Зачем покупать, когда можно бездомного взять, правильно? Конечно, да. Бы взяли. Взяли бы. Потому что можно любое животное в уходе и ласке будет заботливым и отзывчивым. У меня есть уже одно. Еще двоих прикармливаю. Да бог взяли, прекрасно себя чувствует. Кот и кошка. Взяла бы, но квартира маленькая.